Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 6-е упражнение из рубрики «Упражнение для работы дома». Прочитаем задание. Слова с какими новыми значениями образовались от основ «дыр», «кот», «кор»? Разбери все слова по составу. Давайте выполним. Итак, «дыра», «а» у нас окончание, основа «дыр» и корень «дыр». «Дырка», «а» окончание, основа «дырк», суффикс и корень. Дырочка, а у нас окончание, основа дырочек, суффикс и корень. Дырища, а окончание, основа дырищ, суффикс и корень. Коты, и окончание, основа кот и корень кот. Котята, а окончание, основа котят, суффикс яд, кот, корень. Котятки. И у нас окончание, основа котятк, суффикса 2, яд и к, и корень кот. Кора, а окончание, основа кор и корень кор. Корка, а окончание, основа корк, кор и суффикс к. Корочка, а окончание, основа корочек, корень и суффикс. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.